18 марта в манеже спорткомплекса «Красная звезда» прошел спортивно-культурный фестиваль «Крымская весна. Мост единения и мира». Праздник посвятили 8-й годовщине возвращения полуострова в состав России. В нем приняло участие более 2000 мячей. Кульминацией праздника стал флешмоб в поддержку российской армии. За мир, за Россию, за президента. Под песню Олега Газманова «Россия» юноармейцы растянули 20-метровый триколор. Такое же полотнище с надписью «За президента» разместилось в центре манежа на арт-объекте, символизирующем мост. Поддержали известные омские спортсмены, чемпион мира по ММА Александр Шлеменко, один из сильнейших атлетов мира Михаил Шевляков, двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков. Я точно так же хочу поддержать ребят, наших солдат, которые там воюют с фашизмом. Я уверен, что они победят. И желаю, чтобы все вернулись здоровы, живы. Участников праздника ждали различные спортивные и познавательные локации. Все желающие могли проверить свои силы и умения, а также выиграть призы. Мы были на станции «Сумо», очень классно поборолись, нам очень понравилось, это очень весело. Вот. Ну, посоревновались друг с другом, поняли, кто из нас самый сильный. Я занимаюсь в спортивной школе «Шторм». Наш лидер Александр Шлеменко учит нас силе духа, и чтобы мы были один за всех и все за одного. Поэтому я тут и поддерживаю это событие. Важной частью праздника стала масштабная концертная программа. На сцене выступили солисты Омской филармонии и другие известные исполнители. Наряду с песенными и танцевальными номерами, омичи могли увидеть выступления представителей различных видов спорта. Очень нужны такие мероприятия. Они нас сближают, то есть так же, как в футболе, взаимодействие сближают коллектив, и также мы сближаем всю нашу страну. Фестиваль завершился выступлением кавер-группы «Стерео».